Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardTradesInfo. В данном видео я вам расскажу, как отключиться от наушников Skullcandy Rail с помощью вашего Android-устройства. Итак, зайдем в приложение «Настройки». Тут выберем пункт «Подключенное устройство Bluetooth» и нажмем на «Bluetooth». Напротив названия ваших наушников будет шестеронка. Нажмем данную шестеронку. И нажмемте на пункт «Удалить». Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!